Артиллеристы всей 20-й армии вышли на огневые рубежи, лагерный сбор. На полигоне Погонова сегодня завершили так громко, что слышала вся округа. По мишеням работали гаубицы «100С» и реактивной системы «Град». Такую полевую практику тут прошли больше 700 военных ЗВО. Было задействовано свыше 200 единиц техники. Говорили самоходные орудия сначала все вместе оглушительными залпами. Одиночные выстрелы смотрелись не менее впечатляюще. Командиры остались довольны, отстрелялись участники сбора на хорошо и отлично. Снаряды попадали в цель с минимальной погрешностью в пределах 10 метров. Новобранцев впервые в жизни стрельбы оставили непередаваемые ощущения и накачанные мышцы. Уши закладывал не по-детски, дым, порох. Снаряд тяжелый сами по себе? Ну, 60 килограмм. Тяжеловато. Ну, почувствовал только к 8-му, наверное, то, что уже тяжелый. И 8 я зарядил нормально, а уже 9-10 уже тяжеловато было. Артиллерия, как бы, она обучается в основном в полевых условиях, потому что, как бы, в пункте постоянной дислокации нет такой возможности маневрировать, где-то перемещаться, занимать огневые позиции. Здесь, на полигоне, мы отработали все эти вопросы в комплексе и, соответственно, показали результат.